Же. Кажется, вы напуганы. Пытаетесь что-то от меня скрыть? Этот пистолет очень старый. Осечки не будет. Оставьте это в качестве подарка. В знак нашего дальнейшего сотрудничества я не собираюсь вежливо вести при этом коллеги. В прошлый раз я купил вас 40 девчонок, но мне только 20 привезли. Это невозможно. Я видел сам манифест, там было 40. Да, вот и беда. Мы не виноваты. Я говорю, что этот ублюдок украдет девчонок у меня. Ты украл их? То есть вы пришли ко мне, потому что потеряли что-то? А если бы свою жену потеряли, вы пришли бы ко мне? Ах ты мразь, как ты смеешь? Никто не смеет грубить моему отцу, мне руки не нужны. Я могу тебя одним ударом ноги бошку你夠膽掂我白一條頭髮？